Всем привет, с вами Гимлот, и я продолжаю играть в игрушку Half-Life. Собственно, я не знаю, где эти военные, но мне надо вот сюда. Прям вот по-любому. 100% чистого адреналина. О, мне это не нравится. Сейчас труба обвалится или ты нормально. Нифига себе. Эй, тук-тук-тук. Тук-тук. Жуки, давайте как-то получше. Мои жуки меня не трогают, это замечательно. Не, ну это было вообще жесть. Так. Блин, дверь открывается, люк. Туда взрыв пакет, и ты должен успеть, блин, еще обратно по трубе убежать. Офигеть, что творят. Ой, это не в меня. Хэдкраб аж наверх улетел. Так, давай здесь сохранимся. Ага, вижу. Греночку-то за что? Подавись греночкой. Еще бы они побыстрее бы возвращались обратно, было бы вообще замечательно. Так. Какой-то странный вентиль, который нам прям кричит. Покрути меня. Я очень нужный вентиль. Я тебе еще пригожусь. Какой грёбаный вентиль. А, нет. Тут есть лестница. Но знаете, я хочу проверить все. Я здесь сохранился, да? Сохранился. Если я ничего не найду, значит, я пойду сразу сюда. А. Фу. Окей. Все отлично. Идиотизм. Нет лестницы. Вот сюда хочу. Вот, отлично. Что, навстречу очередной битве.
Я надеюсь, мне сейчас опять не придется бежать назад, потому что добрый военный решил. Блин, мне страшно. Ага. Тихо, я сейчас... Они, в смысле... Я сейчас думаю, они могут пробить эту трубу или нет. Как-то неожиданно. Есть кто? Ага. Сейчас. Как бы мне с ним договориться-то? Они, по идее, его тюкают, наверное. Скажите, что вы его тюкаете. Вот так он меня тюкает. Скажите, что он сам себя. Ага, он сам себя. Ой. Ой. Даже не думай сюда греночку кидать. И он кинул. Ой. Опять микрофон пнул. Он не просто подумал, он это сделал. Так, тут где-то наш добрый друг. Милый друг, не скучай. Я... Опа! Милый друг, не скучай. Я вернусь, я знаю точно. Может, днем. А может, ночью. Мне нужен, наверное, охранник, чтобы это открыть, да? Окей. Пятка. Что нас ожидает наверху? О, господи. Аккуратней с этой вещью. Да я ж не знал, что ты здесь. Привет. Аккуратней с этой вещью. Ладно, я прикрою. Давай, пойдем, а то тут какая-то жесть творится. А ты, по-моему, единственный, кто может открыть мне дверь. Представляете, если бы он умер. И все, и заново. Да. Ну, сейчас у меня дверь откроет, его будет не жалко. А? А, там? А ты мне куда дверь открыл? Какие ступени ада? А для чего здесь это сделано? А для чего? Для чего? Что-то знакомое. А! Это же другая сторона того места, где я был. И зачем? Я ж пригнулся! Грёбаный вертигон. Не, ну можно вернуться за аптечку, мне не жалко. Хотя он мне покоцал. Да, броник. О да, я думаю, ты... Они еще и разные были. Блин, это был новый вертигонт. И это значит, что там военные открыли... И это что за... Я не могу это повторить. Подождите, я в замешательстве.
это очень глупо ради... Как бы ради... А ради чего? Ой! Почему ты опять здесь очутился? Я не понял, а ради чего я заходил в это здание? Подождите. Мне кажется, мне нужно этого охранника вывести дальше. Чтобы он мне открыл уже дверь. Вот так, иначе это будет очень бессмысленно и беспощадно. Да, конечно, мы бы имели больше шансов, объединившись. Да? Иди сюда. Охранник просто жесть. Вот его охранник, фонарик. Так, смотри, я тут, в общем, всех зачистил. Ты мне можешь дверку открыть? Охранничек. Давай. Фаст-дверь. Какую он, большую или маленькую откроет? Маленькую. Его даже не убило. Я чувствую, что я замерзаю. А чего? Тут, по-моему, лето. Это место намного больше, чем я думал. Да ты же охранник этого места. Так. Опять нас ждет очередная жесть. О! Так, погодите, я к такому не готов. Я, конечно, сохранился. Не, я понимаю, что смотреть, как я собираюсь с мыслями, это не очень весело. Но, знаете, в моем случае мне не очень весело бежать на него. И куда мне... Ну, ладно, смотрим, куда бежать. Я не знаю, куда я бегу. Я куда-то бегу. Главное не оборачиваться. Главное не оборачиваться. Ой, штучка. Ой, штучка, ты меня как-то херовенько подкидываешь. Так, надо было сохраниться. Я такой, значит. Уии. Мне страшно. Не оборачиваемся. F5. Я сейчас должен попасть в бочку. Я спрятался. Отлично. Пяточка. Что это такое? Эй, Купер, ты меня слышишь? Мы оставляем базу. Забудьте о времени. Если у вас есть цели для бомбового удара, отметьте их на тактической карте. Если нет, рвите когти. Повторяю, мы оставляем базу и вызываем авиаудар. Дайте нам цели и сматывайтесь отсюда. Хорошо. Какова у меня цель? Ну, давайте F5. Ой. Я только хотел спросить, а эта штука за мной не побежит? Так. Погодите, вы чего? Фига себе тактическая карта.
Ну, собственно, я где-то здесь. Или нет? Да я не это хотел, я хотел рычажок двинуть. А как тебя? Ну, примерно, может быть, за день этого. Чувак! Да ты чё творишь-то? Ну, куда ты бегаешь-то? Ты посмотри, с каким оборудованием мне приходится работать. Нифига ты такой. Не понял? Он сюда забраться может. Да. Это вообще нечестно. Я думал, я здесь. А может, он мне вообще не нужен? Я разве туда стрелял? Я сейчас сам себя так убью. Ну, как бы мне повыше чуть-чуть надо. Так. Ага. Это что-то мне должно дать. Я с тем вообще не хочу связываться. Так, теперь нам надо только сломать стену. Вот сюда можно. Сюда. А вот ты, большой и толстый, я не знаю, тебя нереально убить с таким оборудованием. Это я в него целиться буду лет 200. А он просто сюда придет и скажет: до свидания. Давайте мы ему скажем тоже до свидания. Хопа. Пятка. Только вот не надо мне говорить, что мне надо было еще и это взорвать. Игра, я тебя тоже люблю. Подождите. Надо загрузить чуть-чуть. Вот здесь. Так, мы взломали эту штуку. Тоже знал, что нам нужны еще и ворота. Давай! Вот зря только вот там сломали стеночку. Ну ладно. Дубль 2. Ту-т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 у. Хотя, судя по всему, какой здесь.
Арена себе. Вот это я сохранился. Я понял, да, надо бежать без остановки. Вот здесь сохрани. Дурдом. Фу. Какая нас жесть ожидает дальше? Загрузочка. Забудь о Фримане. Yes. Давайте я здесь сохранюсь. И на этом я закончу данную серию. Потому что в какой-то веке какое-то более-менее безопасное место. Хотя, мне кажется, за углом меня уже ждут. Но это все не важно. Потому что серию нужно заканчивать. Скажу вам большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. Посещайте группу ВКонтакте. Рассказывайте друзьям об этом канале. И увидимся в следующих видео.